Всем доброго утра! У нас уже 10:20, в 9:10, наверное, у нас уже начинался дождик. В общем, погода по-настоящему осенняя, ветреная. Мы сегодня вяжем, работаем. Григорий недавно только проснулся, опять просит яичницу. Я уже стараюсь его каши, он сказал, нет, у меня каникулы, я отдыхаю. Давайте готовьте завтраки, которые мне нравятся. Вот, и сейчас идем работать, вязать. У меня тут стирка вовсю мотает, потому что одежды куча, как всегда. И все это очень плохо сохнет. Я вывесила уже 8 часов на улицу белье. Потом в 9:10, когда начался дождь, я его побежала, сняла. Сейчас опять смотрю, что вышло солнышко. Но с другой стороны надвигаются тучи. В общем, как-то все это непонятно. Будем сушить все на батареях. И так как еще на кухне батареи свободны, то я еще стираю одну партию, чтобы все там развесить. В общем, все очень сложно с бельем, поэтому будем что-то думать под навесом, не знаю. Скажу все-таки Сижуне, что это не дело, что надо выделять мне под навесом хотя бы парочку веревочек, чтобы все это проветривалось, а потом уже я согласна проветренное белье, но немного сырое, развешивать в комнате. Вернее, даже не сырое, оно просто будет холодное. И чтобы она нагревалась на батареях. Но постоянно сушить на батареях — это, конечно, трэш. Все очень долго сохнет. Поэтому, не знаю, будем думать что-то. И сегодня без кондиционера не можем, поэтому включили на тепло. Моя серия номер 2 – вывесить белье. Первое я сняла, оно было под дождем. Солнышко вроде бы выглянуло. Что такое, сына? Идти против ветра — это испытание. Ну да, тут, конечно, идти ветерок. Против ветра. Ветерок хороший сегодня дует, так что ты давай недолго и заходи, хорошо? Ладно. Так, сейчас буду кипятить чайник, просто наливаю воды, добавляю лимонную кислоту, наверное, полпачечки вот этой. Можно и уксус добавлять, то есть любую кислоту. И потом он закипит, постоит минут 20, может, ну, в общем, пока вода остынет. Потом я все сливаю, еще раз кипячу чайник, то есть уже с чистой водой, и выливаю ее опять, и на третий раз уже заливаю хорошую воду, и можно пить чай. Потому что у нас вода жестковатая, и налету там много. Вот, в общем, там все беленькое такое. Вот, из-за того, что здесь накипь, получается, чайник, вот видите, гаснет. То есть он с первого раза, то есть он выключается, но еще не кипяток. Раньше выключается, так как накипь затрудняет, да, там эту терморегуляцию. В общем, говорю, сама не знаю что, но смысл тот, что с накипью, да, то есть накипь нагревается быстрее, и она уже горячая, а вода еще не кипит. Поэтому в нашем случае нужно чайник часто кипятить. Достаточно часто. Раз в неделю, может быть, раз в две недели точно. Готовлю уже ужин. Уже 4 часа мы повязали, столько навязали. И всего, и кинзы, и укропа, петрушки. В общем, решила сделать пюре. Еще есть у нас зажаренная курочка, еще из камышеватки, поэтому будет пюре. Вернее, не курочка, а уточка и салатик сейчас. А вот и мой салатик на начальной стадии. Это будет салат с тертой морковкой, чесноком и с зеленым горошком из банки и с майонезиком. Так что можно сейчас я скажу, что вы обдумаем? Что? Яков или куда-нибудь поедем? Да, мы еще это все обдумаем, да? Не, может, я себе за свои деньги, там у меня целых 2000 дедушка задал. Угу. И Варк. Я в себе куплю, у меня есть же деньги. Кого, Раков? Да, я себе куплю. Угу. Григорий тут не знает, в общем, ребенок чем заняться, да? Почему? На каникулах. Заброшенная ферма. Ну, что-то типа того. Угу. Ну, не совсем заброшенная. Ну, ферма, старая. Да? Ну, здорово, сына. Типа сарай, где можно спать. Ну, здорово, давай играй. Я пошла тогда морковочку потру. Сейчас. Так, вот здесь уже потертая морковка. И чесночок на чеснокодавилке.
и баночка горошка, которую я просто изуродовала. Не знаю, кто-нибудь умеет хорошо открывать горох? Вот я, например, дожила до 30 лет. И не умею нормально открывать. Не знаю, может быть, есть какие-то секреты, но имею в виду вот такой вот открывашкой. Естественно, вот этой крутилкой я могу, но у нас ее нет. Поэтому буду мучить банку. Это мне? Да. Букетик? Да. Ну, спасибо. Как он называется? Мам, а ты? Я сейчас буду садиться на автобус. Да? Тренироваться будешь? Я уже... На первый шпагат сажу. Ну, Софией. Я ей показывала, как я сидела. Не ней, а ей. Ей. Да. Афанасий, как у тебя дела в детском саду? Ну, сегодня когда заканчивала физкультуру, я пощемила себе палец. Чем? Лавочкой. Больно? Не плакал или поплакал? Чуть-чуть поплакал. Эй, вот чай. Так на ноге? Да, вот это. Сейчас я вам покажу. Ну, рассказывай, сыночек, у тебя что, Афанасий Сергеевич? Анама. Анама? Это раки. Раки? Да. Сейчас папа приедет, и мы это все обсудим, хорошо? Да. А папа будет раки? Не знаю. Он пока купит молочко и хлеб. Сейчас будем ужинать, да? Раки, а кофе. Молоко будешь пить? Хорошо. Всем приятного аппетита. Спасибо, мамочка, доктор. У нас сегодня пюре. Салатик с горошком и с морковкой и с чесночком. Много-много сухофруктов. Наши домашние пряники. И конфеты. Утка. Цветная капуста. Ты еще забыла. Салфетки. Пить? Что ты будешь пить? Встань, попей водички, я чай сделаю. Марсик! Так, буду сейчас разбирать посуду. Помимо того, что у меня здесь гора, так еще и в посудомойке помылась. Тоже, ну я тут уже брала тарелочки для ужина, но в любом случае много посуды, так что без посудомойки я бы вообще никуда. Понятно, что может быть и быстрее, но помыть руками, но... Я ее люблю. Она моя помощница. Когда нет времени, потому что это быстрее, это все равно время, около 20-15 минут. И порядок мгновенно получается, когда все закладываешь в посудомойку, кое-что в раковине домываешь, и мгновенно на кухне порядок. Ну, практически на столах осталось только стереть. В общем, сейчас расставлю всю посуду. И могу уже сказать, кстати, по поводу таблеток для посудомойки, вот этих вот Фрау Шмидт, они мне, кстати, очень даже понравились, очень хорошо отмывают, и по скидке в Ашане именно вот эта 60-штучная коробка выходила, знаете, в Ашане же пишется цена за одну таблетку, в общем, было что-то 6 с копейками. То есть, мне кажется, за 6 рублей помыть посуду это отлично. Кто тут целоваться пришел? Ты пришел целоваться? Бабушка, какая бабушка? Галя. Бабушка Галя купила конфетки, да? Да. Так надо же сказать ей спасибо. Да, она либо. Помаши башке Гале в камеру и скажи, она же будет тебя смотреть, да? Бабушка Галя, помоги мне Олег. Ну и скажи ей спасибо. Она же тебя посмотрит и скажет, башка Галя, спасибо за конфетки, да? Олег и бабушка Галя. Они какие? Олени. Вкусные. Кукини. И хорошие, да? Как открывать? Колю. Вот так милом. Вот так мы открываем? Да. А того, а поливетка. Угу. И что надо делать теперь с этой конфеткой? Куки. Кушать? Да. Какого она цвета? Алонана. Холодная? Ага.
Нет, белая с шоколадным, да? С коричневым. Да. Потому что эта конфетка называется как? А, кукана. Кокос. Кокок. Кокок. Ну все, садись тихонечко, кушай, хорошо? Джо наелся, что ли? Да ты что говоришь? Фонь, ты разбаловался. Беги играть, хорошо? Что вы тут делаете? Чуть-чуть поссорились. Поссорились? Потому чуть-чуть. Леша сегодня... Потому что Леша сегодня был, да? Я ж не знаю, вы ж с ним разговариваете. А, я был! Мам, меня кружили. Ты еще не был? Мам, меня... Ну ничего, зато теперь хорошо играете, да? Угу. Я ракеты забил. Это бум-бум-бум-бум-бум. А ты что делаешь, Афоня? Это. А еще гранатомет. Угу. Или как можно ракетницу? Папа, можно, конечно. Стрима, вот смотри, типа стреляет, мой блядь. Полетит, летит, тут бах, огонь. Ришенька, а ты руки мыл, зайчик? Нет. А почему? Сойди, пожалуйста, ладно? Мам, а мне один бак, он обрюмил. Мама. Покажи маму. У нас новая игра называется. Мама, мама, мама. Это мама? Мама, мама, мама. Это мама? Да. И покажи мама. Папу. Вот там папа, вот так папа. Мама, вот. А мама, вот. Вот так делали. Мама, вот так делали. Мама. И лягушка? Да. Афоня, иди сюда. Вас заметили. Кто это делал? Это Афоня, наверное, что этим же молотком и стучал. Что как им? Ну, вот эти. Была накрыта. Нет, а вот этим. А как нет, ему? А низ, ну, вниз. Не, ну смотри, можно кубиком пробить, можно вот это. Ты это делал? Да. Зачем? Юху, я сейчас победила в конкурсе в Инстаграм. Посмотрите, мой номер 22. Я получаю капкейки. Вот я здесь. Второе место получает Вера Довголь. Капкейки. Это было у вот этого человека из Новотитаровской. Так что надо будет ехать за капкейками. Вот так вот. Ура, ура, спасибо, Полина. Будем пробовать, потом расскажу. В общем, Полина должна мне написать, но пока еще ничего нет, по-моему. Да. Так что будем ждать. Ты чего его выгоняешь-то? А Фоня сегодня наказали. Ну, конечно, он-то виноват, да, это же он сделал. Да? Потому что он сидит, да, а она по насквозь. Да, насквозь даже дырки, да? Хочешь, даже иди покажи, как там насквозь пробито. Да. Мам, иди покажи. Иду показывать, что наделал этот мальчик. Что это вот он такой наделал? Насквозь. А чем это ты пробила, Фанаси? Чем ты здесь стучала? Ну как ты не знаешь, чем ты стучал? А есть варианты? Кубики... И чем ты, кубиком или молотком? Я молотком здесь не пробьешь, это 100%. Ты кубиком? Нет. А чем? Или вот этим кубиком, он может вот так. Ну да, как раз вот. Дырки похожие на этот кубик, да? Ну смотри, давай сравним, вот. Угу. Да, печатки совпадают, как бы вот так вот тут. Да. Да. Чем кубиком? А, и это все доказывает? Не, он только мог кубиком. Это один вариант. Вот он туда. Наверное, он... Вот такое вот у нас чудо-юдо.
Яблоки, я думаю, это в каждой семье есть, где есть дети.